Аммиачная селитра хранилась в порту Бейрута на протяжении 6 лет. По словам ливанских властей, груз прибыл на судне, которое принадлежало гражданину России Игорю Гречушкину. Известно, что в 2014 году сухогруз перевозил химикаты из грузинского Батуми в южноафриканский Мозамбик. Но из-за поломки корабль пришвартовали в порту Бейрута. За нарушение транспортных условий судно арестовали вместе с грузом и членами экипажа. Моряков, находившихся на корабле, правительство Ливана долго не отпускала на родину, а их судовладелец не платил им зарплаты. Оставшиеся на сухогрузе 4 членов команды продали топливо и наняли адвоката, который добился для них разрешения вернуться домой. Аммиачная селитра весом почти 3000 тонн была выгружена на склад под ответственность Министерства транспорта Ливана. Само же судно впоследствии затонуло.